Губернатор Калининградской области Антон Андреевич Алиханов. Директор кафедрального собора Вера Гориславовна Таривердиева. Дорогие друзья, добрый вечер. Мы сегодня так празднично снова открываем остров Канта после больших таких работ по благоустройству. Это только первый этап. Будем продолжать и дальше. Благодаря инициативе Веры Таривердиевой мы очень серьезно улучшили звук. В начале этого года завершили тоже этот проект. Теперь звук внутри собора вышел на принципиально новый уровень, и мы надеемся, что тоже после уже всех этих историй с нашим замечательным коронавирусом, когда вся эта история закончится, мы все-таки сможем вам продемонстрировать в полную мощь, на полный зал зрителей, насколько прекрасным стал звук внутри собора. Ну а сегодня я хочу сказать большое спасибо народному артисту, господину Мацуеву и, конечно, нашим друзьям из Министерства культуры и из Росконцерта. Вот мне слепят, но вроде вот я вижу, да, Андрея Малышева. Спасибо большое, Андрей, потому что, собственно говоря, благодаря Минкульту, благодаря Росконцерту это замечательное событие стало возможным сегодня здесь, в Калининграде. Мы все скучали по музыке, все скучали по острову, и сегодня у нас такое первое свидание после продолжительной разлуки. Поэтому наслаждайтесь, получайте удовольствие. Спасибо большое, что пришли. Добрый вечер, дорогие друзья. Мы рады приветствовать вас на острове. Для нас это такой волнительный момент. Открытие острова после работ, в которых участвовали строители, архитекторы, дизайнеры по свету. И я благодарна невероятно моему другу. Я тоже причисляю себя к числу друзей Дениса Леонидовича за то, что он в таком невероятном своем графике, который, несмотря на вот эту всю пандемию и все, график у Дениса невероятный, он вырвался и прилетел к нам. И сегодня мы будем наслаждаться замечательной программой Денис Мацуев и его друзья. Я тоже хочу поблагодарить Росконцерт и Андрея Малышева, Министерство культуры Российской Федерации, потому что этот фестиваль, который мы сегодня открываем, который знаково называется «Территория мира, территория музыки», мы уже в течение нескольких лет проводим здесь с участием Росконцерта и лично вот Андрея Малышева. Ну, наверное, не будем больше тратить слов, но не могу не сказать о том, что вот мы называли это благоустройство острова. Этот проект назывался благоустройство и называется благоустройство острова. В этом словосочетании есть слово благо. Вот это благо на остров принес Антон Андреевич Алиханов. Это его проект, за которым он внимательнейшим образом следил, и проект получился, и мы хотим, чтобы все это увидели, и все увидели, как замечательно преобразился наш остров Канта. Хорошего вечера, и я передаю слово Денису, потому что Денис не только будет играть, но еще будет представлять своих друзей. Добрый вечер. Мы рады вас приветствовать в этом гениальном месте. Не побоюсь этого слова. Я очень люблю Калининград, неоднократно здесь бывал. На фестивале «Балтийские сезоны» Давида Смелянского. Мы приезжали сюда со своим фестивалем «Крещендо», который тоже придумал Давид Яковлевич Смелянский, и человек, который сделал очень много для культуры Калининграда и Светлогорска. Сколько здесь коллективов было за это время. И действительно, каждый приезд сюда — это ассоциация и с юными годами, потрясающими программами оркестра Тимирканова и многие другие фантастические коллективы, которые здесь были. И каждый раз это особое состояние, особая атмосфера. Я очень рад, что мы сегодня приехали сюда к вам в это действительно очень странное время. И этот концерт, я уверен, что будет один из первых возрождений концертной жизни в Калининграде, тем более в таком абсолютно магическом месте. И, конечно, вот это благоустройство этого острова уже сейчас видно, какая работа была проделана, и в добрый путь новому фестивалю. Я надеюсь, что он станет ежегодным, и Министерство культуры, и Росконцерт, которые действительно много чего сделали. Вот еще послевкусие вчерашнего концерта, если кто видел на телеканале «Культура»,
был концерт, который назывался «Россия миру», который мы организовали. Был потрясающий, на мой взгляд, концерт с участием Анны Нетребко, Эльдара Абдразакова, Александра Сладковского и госоркестра. Это, каждый концерт сейчас превращается в это забытое концертное ощущение, концертной атмосферы. Я хочу, чтобы мы сейчас уже побыстрее начали. Я бы хотел представить моих друзей, фантастических музыкантов. Андрей Иванов, контрабас, Александр Зингер. А сейчас «Рапсодия» в стиле блюз Джорджа Гершвина. Thank you.
Андрей Иванов. Александр Зингер. Да, вот тут не холодно на сцене, я вас уверяю. Да, но сейчас вообще в нашем концерте я хотел бы сказать то, что будет столько всего, столько разных жанров. Начал я с размышления Чайковского, сейчас у нас Гершвин. Без джаза я не представляю своей жизни. Джаз — это великое искусство, джазменом я себя не считаю, но от этого моя любовь к этому великому искусству меньше не становится. Тем более, когда на сцене такие настоящие джазмены. В нашем концерте мы были несколько раз в Калининграде с разными сочетаниями наших потрясающих коллег. Это были и виолончель Борислава Струлева, это был Эйдар Гайнулин с баяном, это был Аркадий Шилклопер со своей валторной и альпийским рогом, многие-многие другие. Вообще наш крещендовский концерт классика и джаз — это особое удовольствие, особая атмосфера, потому что в ней встречаются переплетения разных жанров. Вот сейчас на сцену выйдет замечательная дамбристка Екатерина Мочелова, которая сыграет одно из самых сложнейших виртуозных произведений, которое было написано для скрипки итальянского композитора Баццини, который называется «Хоровод гномов». И сейчас вы это все услышите. Встречайте, Екатерина Мочелова. Thank you.
Екатерина Мочалова. Екатерина Мочалова, останьтесь, пожалуйста, вместе с нами. А сейчас, я думаю, такого еще в Калининграде не было, потому что вместе с Домброй будет звучать балалайка в исполнении потрясающей юной балалайшницы Насти Тюриной, которая победила на «Синей птице». Как вы знаете, это замечательный конкурс телевизионный. И вместе эти замечательные девушки сыграют 24-й каприз Паганини. Для фортепиано, контрабаса, ударных, домбры и балалайки. Я думаю, что Паганини сейчас, не знаю, посмотрим.
Екатерина Мочалова, Анастасия Тюрина, Андрей Иванов, Александр Зингер. Никола, погони небольшой привет. А сейчас мы Настю Тюрину оставим ее здесь на этом ветру. Поэтому играй, пожалуйста, быстрее, громче, живей, чтобы температура повышалась в хорошем смысле слова. Наша эмоциональная температура. Настя сыграет пьесу, которая называется как? Ваня? Ванечка. Ванечка, ну сейчас вы все услышите. Анастасия Тюрина!
На эту сцену приглашается однофамилица Настя, Софья Тюрина, тоже победительница «Синей птицы». И сейчас мы сыграем тему Андрея Иванова, которая называется «Фиеста». Thank you.
Андрей Иванов. Тюрины. И Александр Зингер. Вы знаете, конечно, этот конкурс «Синяя птица» совершил на самом деле полный прорыв на нашем телевидении, на мой взгляд, потому что воскресенье, в самое, как говорят, смотрибельное время, в прайм-тайм, наконец-то звучит классическая музыка, наконец-то звучит джазовое, цирковое искусство, народное творчество в исполнении уникальных детей, просто уникальных детей, которых мы находим на территории всей нашей страны. Как правило, они появляются из самых крохотных городков и даже деревень. Вот был там Елисей Мысин, который вышел в 5 лет из города Ставрополя, сыграл концерт Баха. Это было такое просто, ну, удивительное открытие для всех, для нас. И он за эти 4 года сделал колоссальный рывок. Он теперь учится в Центральной музыкальной школе, делает громадные успехи. И наш фонд «Новые имена», которому уже больше 30 лет, это наша семья. Это наша семья. Семья Крещендо, семья «Синей птицы». И вот сейчас на этой сцене появилась Ярослава Симонова, победительница этого же конкурса. Совершенно уникальный, уникальный человек большого, большого таланта. Мы сейчас сыграем вам 2 джазовых стандарта. «Lullaby of Birdland» и «I've Got Rhythm». Bye.
Ярослава Симонова! Ярослава Симонова! Браво! Сейчас мы попытаемся сыграть жаркое произведение не на жаркой погоде. В пещере горного короля Грига. Вот, попробуем. Thank you.
Thank you.
Александр Зингер. Ярослава Симонова. Софья Тюрина. Анастасия Тюрина. Екатерина Мочелова. Андрей Иванов. Мы вас очень любим. Мы любим ваш город. Я поздравляю вас с открытием нового фестиваля. Я поздравляю с открытием концертов. Жизнь только начинается. Мы к вам еще точно вернемся. Ура!